Привет, с вами Влад Леджер, и я только проснулся. И это мой первый влог. Так, сейчас я поем йогурт, потом включу интернет и буду смотреть «Однажды в сказке» третий сезон, уже 19-ю серию. Вот они мои плакаты. Все, кто подписан на мой инстаграм, их видел. Ну, а теперь мы пойдем смотреть «Однажды в сказке». Сейчас нифига не видно в лифте, потому что освещение очень плохое. И сейчас я иду гулять. И зайду еще в спортмастер, в книжный и в DVD-магазинчик. Сейчас стою, жду своего друга, погода хорошая. Можно бы хоть такую куртку получше взять, полегче. А не в той зимней, блин, ходить. Хотя, какой я не в зимней ходил. В зимний. И до сих пор меня адреналин прёт с вчерашней игры, когда мы выиграли 2-0 у 11 класса. Добрый книжный. Ну, я не нашел той футболки, которую хотел, да и другие футболки какие-то очень дорогие. Зато купил кучу DVD. Третий сезон «Однажды в сказке». «Грань будущего» с Томом Крузом. Ну, это просил папа кино себе взять. И неожиданно для меня оказался «Люди Икс. Дни минувшего будущего». У меня адамантовая есть коллекция «Люди Икс». И будет еще одна коробочка «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Кто-то говорит, что не любит открывать вот эти пакеты от коробок с DVD. А мне, наоборот, это нравится. Типа вот новенькое. Мне нравится анбоксинг делать. Мне нефиг делать. Я достал Ground Zeroes, сыграл, блин, в него минут 5 и выключил. Вместо этого, блин, достал старую Final Fantasy 13, которая единственная 13-я финалка, которую я не прошел. Ну, вдовак, она вышла в Steam, и это мой двойной стимул ее запустить. С самого начала. Смотря на эту картинку, не знаю, передастся она на камеру. Я думаю, 2009 год. Что может быть лучше? PS4 после этого кажется фуфлом полным. Потому что Final Fantasy делает максимальную графику по максимуму. Сначала я хотел снять про один день влог, про субботу. Но решил, что это очень мало материала. И решил сделать про два дня, про свои выходные. И я зачем-то снял очки, что-то задумался, не снял их. И сейчас я иду в спортмастер еще раз посмотреть футболки, так как я в прошлый раз ничего не купил. Ну, поэтому иду. Город не перестает меня удивлять. Ну все, я купил футболку, не сдержался, взял 1000 рублей. Пума черная, серая. Позже я вам ее покажу. На это футболка Puma, только серый не очень-то видно. Зато вот так вот лучше видно серый. Офигенская, не жалею 1000 рублей. Сейчас досмотрел «Форсаж 6». Офигенский фильм. Всем советую посмотреть, тем, кто не смотрел. А для тех, кто не любит гонки, тогда смотрите «Форсаж» с 4-й части, как я. Потому что там начинается, кажется, самый боевик. Ну, думаю, на этом можно влог закончить. Больше нечего показывать. Вы посмотрели мои скучные выходные. А с вами был Влад Леджер. Всем пока.